10 октября – День Саватия. Почитается память преподобного отца Саватия Соловецкого Чудотворца. Он является основателем Соловецкого монастыря. Постриг принял в Белоозерском монастыре, но вскоре отправился на остров Валаам. Там вели более строгий образ жизни. Братья удивились смирению и терпению Саватия. Узнав о том, что недалеко в Белом море есть остров, Саватий решил отправиться туда. После смерти Саватия там стали селиться другие отшельники и образовался монастырь. Кстати, я был на Соловках. В народе сегодняшний день называют днем Саватия Чельника. Его считают небесным покровителем пчел. Пчеловоды в этот день стараются закончить необходимые приготовления к зиме. Убирают последние ульи в омшанники. Омшанники – это утепленное помещение для зимовки пчел. Хозяйки на завтрак пекут специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей. Детям сегодня велят помолиться преподобному Саватию. Считается, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны. Приметы. Если сегодня погода сухая, зима поздно наступит. Гроза на Саватии, зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой. Если шишек на елях и соснах сегодня мало, зима будет мягкой. Пчелы плотно залепляют литок холодной зиме. Облака сегодня плывут по направлению с юга на север, к ненастью и наоборот. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.